же пятерочку всего. Я потом подойду без очереди сейчас. Да. Хорошо, хорошо. И картошечка крупненькая или поменьше. Почем клубничка? По 60. По 60. Шикарно. Уже смородинка. А смородина домашняя 130 килограмм. 130. За чуть-чуть нарвала. А здесь по здесь по сколько? По надо полкило, да? Угу. Все можно. Угу. Там плюс-минус. Угу. На 65, полкило. Там чуть больше, можно меньше. А почем баклажаны? 140. 140. И семян. А черешенка почем у вас? 120. 120. Красивая. Почем малинка? 220, домашняя. Недавно приехала. 220. Собранная утром. Красивая. 20. Там по килограмму что-то? Нет, 20. Я откладывала. А почем баклажаны? 130. 130. Хороший баклажанчик. О, а вот такие огурчики почем? 45. 45. Я же вижу красивые, да. 80, 85, 100. Так. Помидорчик у нас уже добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Что я купила? Черешни. Черешни на выбор много. 120, 150, 100 мелко. Помидоры, правда, я же говорю, я думала найду где-то чуть дешевле. 150, 100, 80, 85. Но если хочется взять хороший, то 80, 85. Если, конечно, примятые, 50 можно найти. Вот за 60 клубничка. Посмотри, какая. Там была по 55 мелкая. Ну, вот это своя, даже люди подходили, говорят, так это у вас своя домашняя, она ж видна. Во-первых, она по размеру вся такая разная. Сколько ж у нас черешни было на даче? Валеричка, да. Огурчики по сколько я взяла? По 45.
Ну, там так, плюс-минус, ну, да, тоже. Да. Если дешевле, значит, какие-то кабаны. Конечно. Вот. Картошечка тоже разная цена. Там и по 50, и по 60. А за сколько ж я эту? За 60 взяла. Ну, думаю, такую, чтобы красивую, потому что там за 55, за 50 можно было вот такую мелкую взять. Так, ну вот это вот лук по 15 гривен пучок. Хорошо. Вот, укроп. В общем, вот это 15-15-30. И 20 вот этот вот укроп, который можно и на консервацию, и так-сяк. Так, значит, сейчас съезжу на коммунар. Что нам еще? По списку сейчас гляну. По-моему, еще лук ты хотела. Лук возьмешь. Морковь. Я могу еще картошки взять. А ты знаешь, если там, если даже помельче будет, возьми. Помельче, еще возьму картошки, да. Слышишь, если старые, возьми мне еще старые. И старые взять картошки, хорошо. И знаешь, возьми старый, ну, обыкновенный лук репчатый и морковки возьми. А, я ж морковки не купила, да, и морковки. И еще, подожди, что ж я еще хотела? А, ну ты как вы. А с мясного тебе что-то вот надо? Колбасы возьми какой-нибудь. Колбасы. На свое усмотрение. Хорошо. Но я тогда в этом магазине куплю, где всегда. А там, да? Когда ты выйдешь только с метро, это там, даже только не выходя с метро, там даже слева сразу на этом метро продают там. А там как выйдешь, боже мой, это там столько разных этих магазинов разных. Да, хорошо. Вот. И хлеба тебе, да, я смотрю? Хлеба, у меня ж хлеба нет, да. И знаешь еще, там как ты пройдешь, по-моему, второй или как-то магазинчик рыбный. Ты зайди, посмотри, уже там есть эти самые тюлечка. Там всегда была тюлечка копченая. А, хорошо, посмотрю. А то я думала, свежую сейчас лучше не брать. Там да. Всегда было, моего не надо брать. А если будет тюлечка вот эта золотистая. Ну, соленую, копченую? Она копченая. А, копченая. Ну, она же копченая, знаешь, такая маленькая, золотистая. И несколько этих там, может быть, перчин сладких возьмешь. Хорошо. На салате. Я сейчас на жилом массиве коммунар. Ну, пройдусь немножко, посмотрю. Тут, что тут есть на рынке, что тут продают. Я здесь 100 лет не была. Здесь идут всякие магазинчики, ларечки, одежда, обувь. Вот там сейчас перейду еще налево, там рынок. Маленькая баночка. А так я смотрела, вроде бы нет.
Ну, Сережа, с мамой можно пользоваться. А почему такой сарафан? 409. Цены ниже, чем в прошлом году. Да я понимаю, да. Не, продавец интересный. Я спросила, говорю, она цены ниже, чем в прошлом году. Я вышла, она кому-то говорит, что этим покупателям надо. Не, ну нормально, слышишь, какой-то там на бретельках такой сарафан задрипанный за 500 гривен. Что этим покупателям надо? А почем лучок? 25. 25, ага. Красивый. И зелень. А смотрю, почем сейчас вообще яйца. 70, сейчас 4 найдем. Молотка так вообще дешевая. Это ж хорошо. Конечно. Конечно, хорошо. Не маленькая, да? А ничего. Маленькие. Так. Мясо. Так. Мясо не надо. Пойду дальше. Хоть гляну, что вообще здесь на рынке. Причем сладкий перец? 150. 150. Может, тебе брать себе 150. 670 продают. Да я тоже смотрю, что да, цена на них еще высокая. Вы же не будете кило брать, две штучки. Да ну, ну да. Здравствуйте. Хули не шутите. Жарко, парку, все дождя. Правда, пары вот так? Тебя хорошие? Красивенькая. Бантик положила на голову. Да. Волосиков не было. Это мама говорит, не хочешь забрать, говорит, себе фотографию? Это я, годик. Как-то делали раньше, да, в тарелочках? Не, пускай будет. А это мне было... Это 18, наверное, было, или 19. Когда техникум кончала? 19. 19 было. Нет, тебе было тогда 18. А вот тут 18, да. Ну да. Ничего так? Ничего.
Красиво. Вот еще я. Да. Так, хорошо, что мы собрались. Ага, небольшой повод, неважно какой, да? Да, да. Неважно какой повод, есть повод. А хоть бы и без повода. Что у нас вкусно? Картошка, мясо больше, чем картошки. Рыбка такая. Салатик, хлебушек. А с чем это? С клубникой. С клубникой. Вот завидуйте, у нас пирожки с клубникой. Ага. Ага. И еще клубника и черешни. Все, отмечаем? Да.